dvhub.ru. Надеемся, что данное постановление не будет пролонгироваться впоследствии. И с мая 2020 года наступит уже полная ответственность перевозчиков за оснащение в полном объеме своих транспортных средств навигационным оборудованием, что, несомненно, сделает хорошее условие в части информирования населения о работе транспортных предприятий на городе. Красным зажигается, и она запрещает тому предприятию печатать путевой лист на этого водителя, понимаете? И путевые листы предприятия, перевозчика, печатаются по команде центральной диспетчерской. Тогда руководитель, если у него цепнот, у него нет водителя, он пишет служебную, прошу разрешить с переработкой выпустить такого-то водителя, но он же берет на себя ответственность по этим вещам. А у вас здесь просто чисто фиксируете, где машина находится. Вот понимаете, я вас... dvhub.ru